Я камеры настраивал. А это сведение звука, чтобы ты поняла. Давай. Та-да-да-дай-тай-тай-тай-тай. Всем привет. Я думаю, всех достал уже карантин. И я все хотят больше развлечений, больше жагов, больше развлечений. И мы сегодня решили показать вам максимальное количество жогова. Вы посмотрите, что мы сделали. На другой край стола сели. Сегодня безудержное веселье. Такого вы еще не видели. Мы решили посмотреть туториал по рисованию от Боба Росса. Туториал. Ты надо мной смеялась не так давно за то, что я сказал селектора КБП, а теперь ты говоришь туториал, блядь. Что значит туториал? Даже я не знаю. Как рисовать? Инструкция? Ну, типа того, туториал. Есть слово инструкция. Давай переведем. Вдруг я неправильно. Давай поймем теперь, как оно пишется. Туториал. А, точно! Туториал! Туториал. А почему не tutorial? Короче, посмотрели. Точнее, мы не смотрели. И вовсе не tutorial. Мы не смотрели это видео, будем на месте разбираться. Я уже что заметила, то что у него какие-то большие широкие кисти и краски, по-моему, акварельные или какие еще. По туториалу Боба Росса будем рисовать. На последние деньги. Это могла бы быть пачка гречки. Мы купили Холст. У нас есть кисточки, мы купили. Мы не знали, что там нужны какие-то широкие, огромные кисти. А выше нельзя ее поднять? Конечно, можно. Вот рычажок. Это низ. Сальные шуточки от Романа надоели уже, если честно. Что я не говорю, все типа смешно. Пацаны, если хотите себе идеальную жену, как я, пишите, я рассмотрю кандидатуру. Напишите ей. Расскажите ей, как оно в жизни бывает, чтобы она наконец-то поняла, что лучше меня никого нету. Напишите ей. Видите, в кадре ничего глаз не мозолит. Это наш друг Василий. Он с нами. Он слегка высокий. Вася, как ты таким вырос высоким? А давай. Его же все равно было бы видно. Я воспользуюсь магией монтажа и вырежу его. Все. Видите, теперь его не видно. Чем ты вырезала? Магии монтажа. И он остался. Одна больше, другая меньше. Кому-то повезет, сейчас будем разыгрывать. Ой, Анют, вот реально плохому танцору мешают все время кисти. Мне можно поменьше. Я, конечно, не привык работать с маленькими размерами. Давай, выбирай, левое, правое. Поменьше. А потому что что? Потому что во всем уступаю. Ой, господи. Астик! Астику не нравится корм. Если ты так будешь кричать таким басовитым голоском, ни один из мужиков тебе не напишет. Кричаю. Астик! Если тебе не нравится корм, это твои проблемы. Шел нахуй из дома. Противен. Какой у нас нож там самый острый? Блядь, зачем я измазала кисточку? Вот действительно. Теперь вода еще идет. Господи, может мне свою воду взять? Поява, да, такой одуванчик. А, он его покрыл очень тонким слоем жидкой какой-то белой. Давай мы краской покроем. Я не знаю, это чем, но он сказал, что надо. Какими мы такими кисточками будем покрывать сколько? Это же видео растянется на. Ну ты ускоришь. Вот сейчас такая фигня будет, я отвечаю. Сейчас все художники начали написать, мы не брали фигню. Начнем с неправильно. Нет, а похоже на то, что это правильно. Вот просто Пикассо садился вот так вот и такой. Сегодня мы будем рисовать картину мечты. Так. Волосики от кисточки прям уже в картину. Строго в строго. Так как задумано. Это задумка художника была. Хватит. Ну я все закрашу, тогда хватит. Это творчество, здесь не должно быть качества. Ну я хочу так, это мое творчество. Да что такое? Иди покури пока кальян. Цветом на асфальте я рисую слова, хватит. С
слава богу. Так, теперь смотри, синий цвет. Синий цвет легко. Изи. Крестообразное движение. Простое счастливое небо. Аню, только не ставь на паузу, мы, блядь, умрем сейчас. Ну, не поняла, ножи. Я, кстати, буду создан для этого. Слушай, это весело. Мне нравится. Ай, блядь, я просто заморал. Ой, а не лучше вот так? Ну, у меня один-один получилось, кстати. Анют, следи за язычком, иначе я сейчас возьму, принесу ёршик из унитаза, почищу тебе ротик. Ну такие вот другие вот. Смотрите, идеально четкое движение. Это годами я отрабатываю. Такая серьезная вообще работа происходит. У меня такое ощущение, будто у тебя вызов какой-то происходит. Ну просто хочется, знаешь. А вот глядишь, сейчас какой-то величайший художник современности, если такой есть хоть один, если хоть кто-то еще этим занимается профессионально, если хоть кто-то еще не знает, что такое принтер, и думает, господи, вот это идеально, как они это сделали? Рома, ты порож какой-то. Ты просто полоски под углом нарисовала. Подожди, я растушу. Идеально потушу. Может, ты спонжик принесешь? Ой, что-то я тут перегнул, конечно, чуть-чуть. Ой, ну что-то я замазал. А я вспомнил старый прием. Старый прием из моих школы искусств. По-моему, можно вымазать вот этот белый цвет. Все, я закончила. Прекрасно. Ты просто сделала пол листа бумаги синим. Вообще-то здесь есть облачка. Так, теперь Рём взял этот же синий и ровными полосками. Еще и снизу, что ли, будет сделать. Лежачая вода очень ровная. Так, смотри, с этих боков, и тут вот остается. Я схватываю на ходу один в один, как у него получается. Ой, вода должна быть очень ровная, говорил нам какой-то голос из динамика. Боб указал, правда. Боба не знаешь. Ты так говоришь, будто мы с этим Бобом буквально вот вчера еще чай пили. А что-то как-то на разном уровне-то вода получилась. А у тебя она одинаковая, ты смотри, как ты что задумала. У него-то просто тоже вот эта часть выше, чем вот эта. Читером там все нет, тебя только ждать постоянно. Да, да, я все. Опять. Ну, надо чуть-чуть, короче, черняги добавить. Да вон. Сейчас получится хуйня, отвечаю. Сейчас будет, сейчас все испортится. То ли дело до этого было охуенно. Там уже кто-то наш номер телефона набирал и хотел купить наш. У него, конечно, кисточки там другие, туда-сюда. Ну, него... да. Вообще, это не он рисует, это все. Там все машина, все машина. Ой, опять вперед на вальс, на такой же цвет и на воду. Ну, как такое рисовать? Это вот все кисточка или на ваде? Я вот смотрю на наши, не очень, конечно, все идеально, но просто у него тоже после не идеально. После опять белый цвет. Ну, все ясно. Счастливое небо, говорит, поет. Так, подождите, другая камера показала. Ладно, давай пока порисуем. Вот, правда, у нас как бы есть шейш. Блин, у него там явно какой-то чит-код, это фильтр наложенный. Ты посмотри, как у него такое облако получилось, как настоящее. Как же все-таки облако реалистично. Это точно. У меня так. Не, ну смотришь вот так вот, смотришь на результат, понимаешь. Оно того стоило. Конечно. Это, блин, изи. Как это есть изи? Любой может нарисовать облако. Смотри, вот пока камера сюда переходит, он там... распечатывает новую фотографию. Да. Это что это он? Прорубил холст, что ли? Это горы, блядь!
Сейчас вообще легко. В каком месте горы рисуют? По скрипком горы рисуют, прикалывается. У меня, говорит, такой рабочий инструмент шикарный. Я, говорит, скрипком вообще рисую. Короче, знаешь, все, у нас не просто. Не, ну почему же, если вот так подумать? В принципе, ничего. Блин, ну эту его технологию со скрипком я что-то вообще не понял. Господи, будет листочки рисовать. Деревья будут такие микроскопические, на горе вырисовать. Этот тип смешал нас с землей. Он просто нас проживал и выглянул. И как теперь перед подписчиками, а? Нам быть. Я предлагаю, короче, Анют, сейчас скажем, что эта камера не записывала, а сами распечатаем то же, вот, как он сделал фоточку, и покладем и скажем, ну, получилось как-то так, конечно, могло бы и лучше. Не очень, конечно, да. И он ведь всю воду в итоге закрасил. И смысл вот этого всего вообще. Я все, я пошел в разнос. Сейчас будешь. Ой, ну все, он там какие-то деревья начал рисовать. У меня какая-то трава. У тебя ил. Дянюда эксперт по илу. А все так хорошо начиналось. Вообще была надежда вообще. Надежда. Надя! Куда ты делась? Посмотри, что творит. Он как принтер просто. Он, наверное, в конце видео эту картину так перевернет, а она еще и в 3D. У меня вот сейчас вообще я что-то разозлился, один в один, по-моему, получается, как у него. Господи, почему горы фиолетовые уже? Я отвернулась на секунду. Ну чё, чем еще мой рисунок от его отличается? Я немножко не пойму. Ну вот, а я-то думал, чего-то не хватает. Ну вот реально, смотри, деревья нарисовал, и как-то получше даже стало. Вообще под подпись сделал. Смотри, говорит, я. Какой? Молодец. Хвастаться это такое. Все? Ну я считаю, что. Короче, достаточно. Деньги за видео пришли. Нет. О, ну она отмывается, это радует. Радует. Там мне на ИЗО ставили в свое время тройки, а? Посмотрите, пожалуйста, Галина Степановна. Кого вообще вырастили? Я неправильно написала наше имя и еще Паркерин. Ты еще и имя, что ли, неправильно нарисовала? У меня, конечно, оно не влезло. Я тоже как бы на костюме. Господа, пишите в комментариях, кто же лучше и почему это я. Вообще не похоже на то, что он рисовал. Ну скажи честно, тебе что больше нравится? Не, мне твоя, конечно. Почему? Че, вон какие горы отчетливые, там деревья, а у меня непонятно вообще ничего. Мы же оба старались, мы же молодцы. А значит, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну тоже рисуйте, как бы, что искусство это вообще все.